Так, это Луна, 28 декабря 2023 год. Сейчас мы все это приблизим. Я снимаю на ISO 6000. Но я сейчас снимаю, чтобы показать. Сейчас у нас над Луной две звезды. Кастор и Полукс. Увеличиваю выдержку. Сейчас они проявятся. Вон они, наши два. Красавица. Две звезды. Две звезды. Да, ну, в общем, с такой светочувствительностью я, конечно, вам чудес резкости не покажу, но зато покажу всякие созвездия, типа стажары. Сейчас я Луну уже сниму. Ну, там я два дубля сделал на хорошей настройке светочувствительности, там резкость хорошая. Здесь вот такое, конечно, будет мыло снижить. Но зато мы можем с такой светочувствительности посмотреть звезды. Вот они, наши звездочки. Даже облачка видно. Ладно, поехали, посмотрим на пояс. Блин, какой пояс? Я забыл, какой-то пояс. Приплыли котики. Ну, это уже лезет в голову Ариадна. Ну, это нить Ариадна. На поясе Ориона. Господи, спасибо. Man in Black. Красота. На поясе Ориона. Вот я снимал Бетельгейзе на светочувствительности ISO 100. Ну, сейчас ISO 6400, это будет просто такая вот сияющая хренотень. Неутвержденная наука название хренотень, но я пользуюсь. Так, поехали, стажары. Как это, плеяды по-русски, если говорить. Чего я не рекомендую делать в приличном обществе. Субару, стажары, плеяды, семь сестер. А? Раз, два, три, четыре. Куда? Да, народ, 125 крат оптического зума. И 4 цифрового. Это вам не лёлики-болики. Что я могу еще показать? Могу показать. Слушай, а может и Кассиопею посмотрим? А? Правда, она прямо так, прям-прям над нами. Даже не знаю, как вывернуться, чтобы ее снять. Не, наверное, я просто себе шею сломаю в попытках. Давайте сейчас покажу Сатурн. Он за облаками не спрятался. Ну, тоже понятно, да? Кто хочет посмотреть на Сатурн в хорошем качестве, это надо предыдущие дубли. Потому что при ISO 6400 это сплошное мыло и засветка. А там я снял на ISO 100. Там будет темно, но зато абресы, контуры очень четкие. Ну, немножко выдержку. Ну, схематично.
схематичное изображение Сатурна. Ну и Юпитер. На закусочку. Ой, видишь, как я сразу попал. Впрочем, чему меня научили 50 лет моей жизни попадать я в мастак. Сейчас, народ. Терпение. Спокойствие, только спокойствие. Ну, давайте так. Значит, впереди Европа, спутник Ганимед. Спутник Юпитера. Европа, Ио. Ниже чуть-чуть, это сдвоенное. Это два Галилеевых спутника. Потом, соответственно, огромный фонарь Юпитер. И потом Ио. Ой. Ганимед и Каллисто. Давайте-ка попробуем сейчас уменьшить выдержку. А чем черт не шутит? О! Видно даже полосы экваториальные. Ну, так довольно условно, конечно. Воображение дорисует, скажем так. Ну, что ж ты сделаешь? Такая... Тут либо высокая светочувствительность, либо четкость. Да ну, не, конечно, это... Это ужас. Ну, в общем, красоту посмотрели, пошли опять на Луну. О, там он как раз облачко. Ты видишь? Боже, просто за момент съемки уже все облаками перекрыто. Ну, в смысле, этот самый Полукс и Кастор уже скрылись за облаками. Вот тебе и... Смотри, как линия терминатора жутко выглядит вертайком. Освещение, как понадгрызенная луна. Сейчас мы организуем. О, проявочку сделали. Ох. Разве не красота? Так, фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. ISO 6400. Фокусировка ручная. Ну, максимально тут увеличивать без толку, потому как видите, да, какой снег. Ну, имеется в виду засветка от того, что очень завышенное ISO. Фу, аллилуйя. 28 сентября. Конечно, сентября. 28 декабря 2023 год. Запорожская область, близ города Орехово.